Ну что, привет, дорогие мои. Время 1:30 ночи. И ни за что не поверите, куда я иду. Я, короче, уже легла спать. И лежала, думала о том, что я сегодня не сняла для вас видео. И чувствовала себя очень неудовлетворенной в этом плане. Короче, без исполненного долга. И вспомнила, что я 16 лет не ела шавермы. И решила пойти купить шаверму и все это вам свою дорогу показать. Я ела шаверму раньше, только ливанскую. Но вот в Питере называется шаверма. А в Москве называется шаурма. И говорят, что питерская очень-очень вкусная. Вообще не такая, как московская. Хотя я не берусь судить, потому что я не ела ни то, ни другое. Но я ела ливанскую. И куриную, и мясную. И мне очень-очень-очень она нравилась. Она там... без картошки. И, ну, короче, очень-очень вкусно. В общем, иду за шавермой и показываю вам ночной Питер 1:30 ночи. Вот такая красотища вокруг. Ребятки мои, дорогие. Там человек стоит. Очень холодный ветер. Короче, придется надеть капюшон. И очень скользко. Посмотрите, где я иду. Вот такой лед. Нужно очень осторожно, чтобы не поскользнуться. Вот иду, снимаю вам видео. Потому что чувствую себя плохой девочкой. Смотрите, какая гора снега. Почти в рост машины. Ладно, переходим дорогу. Машин нет. И там тоже. В общем, пошлите. Такая рекламка на полу. Смотрите, какая красивая. Новые технологии. Я даже не знаю, сколько стоит шаверма. Короче, я взяла 300 рублей. Если стоит дороже, то, короче, не знаю, что делать. Сейчас буду с ним торговаться. Может, он мне вообще не разрешит снимать. Посмотрите, какие кучи снега. Там работники. Открыто. Мархаба. Здравствуйте. А это я снимаю для себя. А скажите, пожалуйста, у вас есть шаверма? А сколько она стоит? 60. Просто нам снимать нельзя, да? Снимать нельзя? Нет. Почему? Зачем? А я для себя снимаю. Я просто жила в Ливане, и мне очень интересно, какая здесь шаверма. Я никогда не пробовала. Снимаю для себя. Если вы не хотите, я не буду вас снимать. Хорошо, вас не буду снимать. А сколько стоит, вы сказали? 60. Хорошо. 160. Значит, не хватит. Я взяла 300. Как у вас красиво все оформлено. Ну, говорят, что питерская вкуснее, чем московская. Не знаю. Многие так говорят. Да? Да. Ну, попробуем. Будем проводить эксперимент.
А вы не говорите по-арабски? Нет. А я говорю. Да? Свободно, да. Я жила в Ливане 12 лет. Свободно говорю по-арабски. И пробовала ливанскую шаверму. Очень вкусная. Классно. Да. А сейчас где живете? Здесь, в Питере. В Питере? Да. Тут как чашечка кофейная. Очень красиво. Цены, кому интересно, останавливайтесь, смотрите. Там с собой, да? Да. 160 рублей. Угу. Дали мне сдачу. Какая красота. А мы раньше в этом доме жили, на 6-м этаже, на 5-м. А вы давно в России? Я вас не снимаю. 2009. 2009, а я с 2007. Я раньше. Долго жили в Ливане? 12 лет. И как там? Читала какие, Коран. Какие люди? Очень хорошие люди. Но язык Корана другой, да? Арабский, нет, тот же самый, только фусха. А как пишется, а не как говорится. Говорится немножечко по-другому. Но очень похоже. Значит, у меня просто... Коран читает на арабском, можете читать? У меня... Да, свободно. У меня просто... Папа моего мужа, шейх, и он меня все время учил фусха. Так все время мне читает каждое утро. Бисмиллях, рахман, рахим. И начинает. Я жила 4 года, жили мы с его родителями, мужа, так в семье. Очень интересно. И приняли ислам? Альхамдулилля. Пробовать шаверму. А вы всю ночь, да, не закрываете? Угу. Круто. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. А тут снег разгребают. Несу шаверму домой. Буду есть шаверму в 2 часа ночи. Представляете? Вот такой для вас сняла видос. Если нравится, ставьте лайки. И кому интересно, подписывайтесь на канал. Буду показывать много интересного. Завтра или послезавтра крещение пойду снимать, как люди в прорубь плавают. Если вам интересно, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока.